Всем снова здрастить. Фух, мы продолжаем проходить Singularity. И, как всегда я говорю, и мы идем дальше. Блин, что-то трясется. Вот если в этой части будут крабы, я не знаю, я просто убью разработчиков. Потому что в прошлой части, как вы заметили, эти крабы. Ух, жесть. Ах да, еще, скорее всего, вы это видео увидите где-нибудь летом в начале. Хотя сейчас на дворе вот у меня 28 мая. Так что у нас небольшая задержка по добавлению видео. Из-за добавления Cry of Fear. И разного другого видео. Клама! Это что такое? Я, конечно, понимаю. Да, чем-то на это метро и Halo 2 чем-то. О, господи. Да ёб твой, тихо ты! Бляха-муха, ты нахрена меня бьёшь-то, скотина? Ой-ой-ой, бежим. Нафиг. Так, ой, убери. Нет, я хочу научиться бегать. Нет. Ах, ладно, фиг с ним. Ох, етить. Что происходит? Товарищи! Какого лешего? Это что такое? Ох, етить, не наетить. Ой, ёпшиш. Небольшое подлагивание было, конечно. И это снова мне напомнило метро, там то, что тележка так переворачивалась, и... В общем, такие дела. Ты Борисов? А, ты Борисов, да. Что-то тут неладно, ёптарна мать. Где же этот гигантский хрен, который нас завалил? А как мы поднимемся? Это легко сказать, поднимитесь, ёпти. О, господи. Ладно, ну, я так помню, в дверь. Ух, доски. Так, блин, а я не помню, рукопашка есть, или мне придется это патронами вышибать. Ну, блин. Оп, черт. А, точно, блин. Ну, в общем, рукопашечка-то есть, но своеобразная. И сразу говорю, что тут опять что-то неладное, что-то опасное тут таится в этих помещениях. Я так думаю, опять это видео наберет где-нибудь 4 просмотра, но все-таки хочется делать видео. Не знаю. В последнее время набирается очень мало просмотров. Просмотры в основном берут только такие мини-видео, где там... смешные или что-нибудь в этом роде. Так что все-таки мне хотелось бы, чтобы прохождение набирало больше просмотров. И я пытаюсь как-то этому содействовать, в общем-то говоря. Но посмотрим, как будет событие развиваться дальше. Все-таки наступит ли это? У людей будет больше времени на просмотры видео. И я надеюсь, мы сможем друг другу помогать. Так, что за фигня? Ой. Как? Надо что-то взять, по-моему, наверное. Потому что мы до лестницы не достаем. Бери. Так, давайте-ка мы попробуем пронести вот эту вот доску с досками. А, так, наверное, даже и не надо. Есть. Это хорошо. А, мы, кстати, находимся, по-моему, в башне. Это будем называть ее башней Борисова, потому что он здесь обитается. Ну, ошибки бывают. Вот это мне не нравится. О, нет, тут есть фигулинка. Давайте-ка прослушаем запись.
Что там он говорит? Хорошо. Но, видимо, не переждали. Потому что виден труп. Труп человека, которого засыпало. И отгородило нам путь, кажется, в правильное направление. Нам придется идти в обход. Так, погоди, знакомое же место. Мы же здесь были уже. Фу. Здесь, по-моему, надо заморозить просто. Все. Так. Давай, морозь. Давай, 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 быстрее. Так, как тебя поднять-то? Вот. Есть, у меня сейчас такое ощущение, что сейчас наплывут монстры, нам придется защищать Барисова. Есть вот такое ощущение. Небольшое. Но помните, как-то раз там гласилась стена, то что Барисов на самом деле, можно сказать, даже урод. Но в чем вот он такой предатель? Было написано на стене. Мне кажется, все-таки там была ложь написана, потому что Барисов добрый человек по своей натуре. Как ой, усовершенствованное тело. Вы нашли выносливость, увеличение максимального продолжительного бега. Воспользуйтесь технологией. Это мы поняли. И записка. Это дневник Павла Федорова. Профессор Коркин попросил отправить к нему одного из ваших младших инженеров для помощи в военной лаборатории. Я отрядил туда Гришу Никольского. Он молодой и энергичный. Коркин сказал, что Никольский ему будет нужен дня на 2-3. Тихо, часы. А не больше. Это хорошо, потому что срок сдачи моста уже подходит. Какого моста? Я не понимаю. Но это нам и не важно, я думаю. Мы идем к Барисову. Часы иногда в кадр прям так и норовят попасть. Они все время говорят. Каждый час говорят. Вы уж извините за них. Погоди. Медработник. Повышение в тенусе. О, это хорошо бы нам. Да погоди ты. Бляха-муха, да погоди ты, я хотел улучшить. Боёбарный... Так, где? Ты где? Какой лестнице? А, все понятно. Чтобы провести хроноскальные... Чё? Какой... Да, блин, вот писали бы от Xbox-овского геймпадика. Я не понимаю, какой хрона... А, во. А вот это я вам скажу плохо. Куда идти? В кран? Какой кран? Так, минус один. Вон, вижу еще одного. Точнее, видел, вот он. Блин! Если почините кран, я переброшу вас на ту сторону. Да, погоди ты. А кнопка 9 замедления времени? Это какая кнопка? Блин, какая кнопка замедления времени? Где кран? А, понятно. Ах, через толпы врагов, да? Блин, чё в глаз попало, как назло. Не урчи, сейчас починим.
тихо. А, это дробовичок. Нет, дробовичок нам, пожалуй, не нужен. Это что такое? О-о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 ! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы где? Ну, это было... Тихо, куда ты пополз, скотина? Бляха-муха, граната. Вы же скажете, сейчас вертолет подлетит. Вот это будет круто, если вертолет к нам подлетит. У меня же нет против него оружия, да скотина ты. Ты жив, что ли, еще? Ох, я уж и забыл про жизнь, это что-то... Тихо. Ох, я еще забыл то, что тут боеприпас надо поднимать с помощью... Ох, вот это мне не нравится. Что-то сейчас будет, определенно. Ух ты ж, ё, смотрите-ка, что это такое? Бери. А, игломет. Орудие Гаусс, режим, понятно, иглами. А ты снайперку... Так, что за фигня? Где вы? Ребятки. Да куда стрелять-то? Блин. Ох, ё. Чё-то я это... Подзабыл. Чё-то моя речь сегодня нескладная прямо. Мне это самому начинает уже не нравиться. Давно я уже ничего не записывал, по крайней мере. Ох, где мы? Где мы? Прайс из Call of Duty. Где? Где вы? Так, какого же фига? Да погодите вы. Блин, да тут слишком много их, на мой взгляд. Да ёпарный театр, тихо! Да капец! Вот, легко, да, блин. Легко, конечно. Черт, добери аптечку. Где граната? Какого фига? Да сколько же вас тут? Да это ж капец какой-то, лечись быстрей. Куда ты вниз поехала? Специально что ли, ёпарный театр? Да куда ты вниз-то поехала? Черт. Прыгаем, прыгаем, да быстрее ты... Ой, все, капец мне. Все, 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 я труп. Дамк. Зачем столько врагов делать? А, господи. Это, наверное, скучно. Где я?
О, враги исчезли. Да неужели? Брать или не брать, интересный гламет. Давайте без гламета лучше. Пойду-ка я лучше возьму игломет, потому что у меня патроны кончились. Как бы я не хотел его не брать, но все-таки придется мне его взять. Хотя он какой-то неудобный. Еще. Ой, какое плохое оружие, на мой взгляд. Давай-ка лучше твой дробовичок возьму. Так вот, где он? Вот он. Бери его. Ну все, что ли, неужели мы дошли? Дошли, добрели мы. До безопасного местечка. Ох, ёп. Ты кто такой? Спецназ, что ли? Ну ладно, что не краб. Сзади. Блин. Откуда? Я слежу за тобой. Ты не появишься. На потолке. Нет. Черт. Блин, мне страшно. Ладно. Тихо. Тихо. Блин. Вот это вот реально страшно. Господи, я ж напугался. Что же вы меня так пугаете? Вы кто такие? Это люди или что это такое? Что это? Кнопка 10. Вешал убернуть. А, Стас, найти где-то кнопку 10. А, все, понятно. И чё? Мне это дало. Это мне дало то, что я в нем застрял. А, все, я, кажется, понял, что нам делать. Хотя, может быть, и не понял. Ну ладно, увидим в будущем. О, я ушел куда-то. Что-то тут, мне кажется, неладное опять творится. Куда я не пойду, все время неладное. Ну что такое-то, оно? Ладно. Конечно, мне кажется, можно было это ящиком закрыть. Прыгай. Да что ты... Да, бля, хомуха. Все, я теперь понял, что нам делать. А, ну раньше не могли сказать, что ли, ну... Сейчас, не, я сейчас не полезу, мне страшно. Слишком долго уже держится эта фигня. Так что нас может прибить легко вот это вот вентилятором. Этого я больно-то не хочу. Так, давайте-ка мы пролезем быстро. Так, положи ты его. Не, слишком... Да прыгни ты на него! Капец, ты что, прыгнуть что ли не можешь? А, блин. Да отлично! Когда в этой стадии, значит, нельзя было. А сейчас можно.
Ну хорошо. Опять по канализации. Ну что? О, птичка. Тихо. Надо подлечиться. Стой, лечись ты. Блин, слишком большое поле. Сейчас будет босс. Очевидно же, ну. Ты чё на меня говоришь? Михаил-то прав. Прав, наверное, был. Это кто? Я так и знал, босс. Где? Точно, я знаю, как, что делать. Ох, я же сам себя заморозил. Так, кнопка 6. Да с какого хрена? Там у меня 0 аптечек. Да что ж ты творишь-то? Блин, я сейчас сдохну. Честное слово, сдохну. Все, мне капец. Все, ребятки, до свидания. Все, ну, офигенно. А, черт. Хоть бы аптечку что ли дали, ё-моё. Чё такие вредные разработчики игры? Ну, да вы чё, издеваетесь, что ли? Это так называется, не сохранись в хорошем месте, попадешь в плохое. Чёрт, да... А-а-а, капец. Чё, нельзя поближе, что ли, было меня? Так, что это такое? Офигеть, ну как так-то, ну, люди... Это же какой-то кошмар. Путь по железной дороге оказался дольше, чем я думала. Почему нельзя вот здесь вот сохранить? Подожди, аптечка. А, у меня полная жизнь. Это хорошо. Мы сейчас попробуем справиться. Возможно, у нас получится. А возможно и нет. Что там у нас? Дробовик. Давайте сначала смотримся. На припасы. Потому что это глупость, Михаил. Вы напрасно рискуете жизнью этих людей. А вы ждете смерти и ничего не делаете. Но ведь нам слишком опасно. Послушайте, через канализацию мы выйдем к депо. Оттуда доберемся на поезде в порт и спешим. Это самоубийство. Ладно. Удачи вам, товарищ. Да скотин, я перезаряжаюсь. Надо подождать, не мог что ли? Борзой. Да стой ты.
Ты как его убить-то? Да ёпарнотеатр, да скотина, да сдохни ты, урод. Ну, я нажимаю. То, что ты сдох, что ли? Это ты? Урод. Все мне жизни снял. Как-то я даже не понял, как я его убил, если честно. Но фиг с ним. Фиг. О, вот это мне нравится. Даже, я думаю, можно одной воспользоваться, но я думаю, мы все-таки подождем. Так, это что у нас такое? Это не восстанавливается? Нет, к сожалению, нет. Нет, я думаю, все-таки финал чуть позже будет. Хотя я что-то запутался в этом сюжете. Да что? Да. О, господи. Как все хорошо начиналось-то, ё-моё. Еще что ли один? Только не говорит, что еще один такой. Так, что-то у меня какие-то подлагивания начались. Нет, мне не нравится. Давайте-ка мы прослушаем записи сначала еще раз. Во! Хрен ли вы Мишу не послушали? Миша всегда прав, ё-моё. Так, ну куда идти? Вниз, да? Что-то мне не нравится все это. Так я же здесь был, по-моему. Мы здесь с этим сражались. Зачем мне сюда еще раз идти? Или мы все-таки здесь... А, не, мы здесь не были. Тихо, опять... Еще один. Учусь. Хорошо. Ну... А, спецназ. Старый друг. Мы тоже те еще гады. О, тут много полезностей, это меня радует. Я думаю, нам все-таки надо все-таки подлечиться. Потому что мало ли. Вот такие же монстрики пошли, что ж. Блин, бошку свернуть можно. Что-то там еще взорвалось такое. Непонятное. Что ж бочки соседние не задело. Ты мертв? Фу, как-то быстро мы их убиваем. Не, Миша, мы... Тихо, мы слушали уже. Мы слушали. Ох, етить не найти. Вы что, издеваетесь, что ли? Ты как сюда прыгнул-то? Ой, ё, я напугался-то как. Ну нельзя так, ребятики. Ребятики, нельзя.
Что же вы делаете-то? Давайте сначала послушаем мы, пожалуй. Ой, путаю иногда, путаю. Как жаль, что мы слишком поздно поняли, твари слепы. Алексей зря пожертвовал собой. Мы ведь могли тихо прокрасться мимо них, и он был бы жив. Леша, прости, я подвел тебя. Я подвел всех нас. Так погодите, они что, слепые что ли? Вы что, издеваетесь? Че, я мог просто нажать Б и вот так вот идти, и они меня не трогали бы. Ну, отлично вообще. Хотя, что-то в это не больно верится. Значит, зачем мне снайперка сейчас в данной ситуации? Это тоже не понимаю от себя. Что я творю? Когда же будет сохранение данных-то уже? А, о! Давайте мы продолжим в следующей части. В принципе, игра снова нормализуется после этих крабов, которые были в предыдущей серии. Обязательно посмотрите предыдущую серию и увидите, что меня очень взбесило. Если вы, конечно, ее не смотрели. А так, в принципе, игра становится лучше. Ну всем пока. До новых встреч. И радуемся лету.